Ветер перемен подул в Усть-Илимске 24 июня. На Комсомольской площади выпускники 11 классов прощались со школьной порой. За организацию большого праздника отвечал Дворец культуры имени Наймушина. Под прицелами камер, как настоящие звезды, 442 бывших школьника прошли по красной дорожке под бурные овации друзей, родителей и педагогов. На красной дорожке выпускники Ганиева Арзу, депутат городского молодежного парламента 10-го созыва, неоднократный победитель и призер городских олимпиад по астрономии, экономии и географии, лауреат конкурса «Энергия лидерства», Брюханов Родион, призер конкурса «Точка роста», многократный победитель и призер городских соревнований по дзюдо и самбо. Фомин Валерий, призер конкурса «Точка роста», победитель и призер городских, областных и всероссийских олимпиад и конкурсов в области информационных технологий. Татаринова Дарья, неоднократный победитель и призер муниципальной олимпиады по математике «Созвездие», мировой художественной культуре, музыке, русскому языку. Один класс за другим представлял свою школу. Отличившихся в учебе, спорте, социальной жизни города чествовали пофамильно. Со словами напутствия и самых лучших пожеланий на новом большом пути к присутствующим обратилась начальник управления образования Олеся Кузнецова. Мы очень гордимся нашими выпускниками, которые получают аттестаты с отличием и золотые медали. В этом году у нас 63 человека. А также 46 из них претендуют на получение еще и регионального знака отличия. Это те выпускники, которые получили аттестат с отличием и в 9 классе, и в 11. И впереди у нас еще есть резервные дни сдачи экзаменов. 22 выпускника должны сдать математику. Мы верим в них. Давайте пожелаем им всем удачи. В этом году все наши выпускники сдали экзамен по русскому языку. Из них 93 человека имеют результат 80 баллов и выше. Чеснокова Дарья из лицея и Якимова Виктория из 9 школы получили максимальный балл – 100 баллов. По профильной математике два выпускника набрали 80 баллов и выше. И максимальный результат по городу – 90 баллов у Макарова Антона. На главной сцене праздника ребят, показавших лучшие результаты по ЕГЭ, наградили и вручили медали отличникам. Добрые слова выпускникам озвучила и мэр Усть-Илимска Анна Щекина. Она пожелала будущим студентам удачи во всем и родительской любви, и поддержки на всю жизнь. Вот и начинается новый этап. Вы вступаете во взрослую жизнь. Перед вами открывается множество путей и возможностей для реализации себя в этой жизни. Многие из вас уедут в разные города, но я хочу сказать, что мы всегда вас ждем. Я хочу поздравить вас с вашим праздником и пожелать удачи на вашем пути, успехов и побед. Я точно знаю, что каждый из вас добьется больших высот. Мы любим вас, мы всегда вас ждем, мы гордимся вами. Также прозвучали слова благодарности в адрес педагогов за их самоотверженный труд и преданность делу. Поздравительные речи и награждения чередовались с творческими номерами от самих выпускников. Окончание школы – один из самых волнующих и важных моментов в жизни каждого. Это одновременно и радостный праздник, и грустное время прощания с теми, кто вел тебя все эти годы, многому научил, давал багаж необходимых знаний. Но впереди еще много всего интересного – выбор профессии, новые друзья, новые горизонты. В добрый путь, дорогие выпускники, и только под алыми парусами.